как же грустно. Ходить в этом шматье. Фу, бр. Ой, ужас. Ладно. Уже прибыл. Так. Ну и вонище от музыки. От мусорки. Фу, это что еще за бутылки? А? А ты еще кто? Я здесь... Это мой дом, я здесь живу. А ты кто? Что за... Да нет же, это дом моего друга. Какого... А, ты про арбузы? Да. Это мой дом. Ой, это его дом. Ну нет, он живет у меня. Потому что его дом, ну, взорвали. А, черт. Понятно. Паник, а что это за бутылки? Да, он расследует какое-то дело и... Ну, он, короче, слишком много пьет. Понятно. А что он расследует, я так и не сказал. А, он расследует... историю паркура. Понятно. Ой. Как я устал тут все расследовать. О, вот он уже проснулся. Ты с кем, Марк? Ну... Что оно? Ну, вдруг ты пришел? Где? Правда? О! Привет! Давно не виделись. Да, недавно. А что на тебе одето? Ты же сам знаешь, там же нас всех, ну, как бы, снимают верхнюю одежду. Да, это странно, что ты носишь одежду под одеждой. Ну, я не виноват, то, что мне нравится носить одежду над одеждой. Ладно, ладно, что ты разнулся-то? Я разнылся. Так, короче, я пришел с очень плохими новостями для тебя. Потому что, ну, открылся новый паркур. В смысле? Какого черта? Ай! Я здесь причем. Ой, прости. На. Эй, ты зачем толкаешь? Что делать-то будем? Давайте втроем пойдем на паркур. Ну, не знаю, мне как-то не хочется идти. Вдруг мы умрем. Согласен с ним. Ну, ты же сам хотел покончить с этим всем. Так взять и... Хотя тоже верно. Блин, я не знаю. Ладно. Давайте уже собираться. Я одетый. Ну, мы тоже одеты. Да, мы одеты. Ты что, анатомию или ты не знаешь? Анатомию? Да знаю я, знаю, что наша кожура, это наша одежда. Но, блин, ну ты понимаешь, что хотя бы можешь одеться. Ты можешь одеть ради приличия одежду. Мне так хорошо. Ну, диск грёбаный. Ладно. Но мне же есть одежда. Что висит на диск? Ну, на тебе не то... А, на все хорэ, пошлите уже. Чё ж. Ну, я готов. Кстати, да, а... Я хотела спросить, а почему ты в такой одежде?
Я же сказала, что я нашел лес помочь, потому что мне нужно хотя бы что-то себе носить. Я же... ладно, не буду говорить, чтобы быть списано. Потому что меня увезли в какой-то вообще незнакомый район, то есть сюда. Я не знаю, как отсюда выбираться вообще. Странно. Ну ладно. Ладно, пошлите уже наконец на этот тупой паркур. Итак, вы попали на паркур. Ваша задача дойти до финала. И тогда вы получите свой приз. Извините, а почему вы кашляете? Неважно. Что ж, вы готовы проходить? Итак, правило. Пускай один проходит. Если будет второй проходить, то он моментально выбывает из игры. Поняли? Да, поняли. Что ж, начнем. Он пропал. Как это так вообще? Какого черта он выжил? Соглашусь, мы же его не... Мы же его убили. Да, я... Мне он мне рассказывал. Я помню, ты мне рассказывал, что как вы его победили. Да, я помню это. Как он выжил. Эй, вы вообще о чем там говорите? Ха, паркур-то не такой уж и сложный. Хоп. А-а-а, тыквы! Интересно, если я съем тыкву, я буду каннибалом или нет? Это очень странно. Хоп, хоп. И хоп. Хоп. Ладно, так, буду. Хоп. Нет! Нет! Нет, я соскальзываю! Нет! Вы видели? Он упал. Наверное, он упал на какое-то мягкое место. Совсем неудачник. Теперь моя очередь. И хоп. Блин, а если мы упадем и умрем, то что будет? А, да, точно, там же подушки, какой мы умрем. Ха-ха, я уже сам туплю. И хоп. Нет! Ой, как голова болит. Ой-ой-ой. Хоп. Господи. Скорее, нужно прыгать. Ну нафиг это. Вот, вот здесь упал. Ай! Моя голова. Вы видели? Они упали. Ха-ха-ха. Теперь моя очередь. Хоп. Блин, идиот, он нам все испортил. На самом деле не все, вы можете все равно пройти. Ну да. Но все равно неприятно. Как мне теперь проходить? Я сам все испортил. Сам на него ругался и сам испортил. Ну и дурак. Теперь моя очередь. Нужно здесь аккуратненько. Хоп. Так. Хоп. Так, смогу ли я пройти? Ой, здесь нужно аккуратно. Хоп. Вау, вы видите, как я хорошо прохожу? А нет, это сейчас будет все больно. Ай. Моя нога. Нет. Я не должен упасть. А нет.
давай. Стас. А, нет! Он упал. Ну и ладно. Хоп. А, нет! Ой, что это? Хоп. Скорее держаться! Нет! Нет! Ха! Вы неправильно проходите, идиоты. Смотрите, как надо. Ха-ха-ха. А это для безопасности. Что ж, можно и начинать. Так. Вообще, что это? Хотя, ладно. А! А, ладно. А! А! Черт! Фух, пронесло! А! А! Ел. А? А! Я прошел. Так все могут. Я! Панты до добра не доводят. Моя нога. Нет! Нет! Что ж, скоро мы будем. Хая! Хоп!
Ай! О, черт! Вау, вот это прыжок! Не упади, друг! Хап! А, нет! Блин, больно! Это так-то больно. Хап! Ха! А, нет! Здесь слишком много места! Нет! Нет! Я как бы живой, но... Нет! Нужно скорее бежать и его спасти. Я тебя спасу. Ёлки. Плевать. Я тебя спасу. Ты выживешь? Я тебя... обязательно спасу. Давай! Какой же ты тяжелый. Давай! Фух. Ну как очнешься? Проходи. Моя голова. Ай. Хоп. Вот сюда точно надо. Нет, я падаю, нет. Нет. О нет, теперь мне наверх никак не выбраться. А хотя, может, наверх и не нужно? Ладно, пойду вот по низу. Хоп. И хоп. Ай. Я справлюсь. Ноги. Они болят. Помогите. Ай. Нет. Что это? Нет! Что это? Опять все заново. Нет! Давай! Нет! Фух! Моя рука! Ай.
А? Что произошло? Ой, тело вообще не чувствую. Холодно было. Бр, ладно. Хоп. Ай. Ой. Ладно. Хоп. Я должен удержаться. Я должен. Нет, я падаю. Все, это смерть. Я по-любому сейчас сдохну, так что мне на все пофи. А! Что за? Здесь была платформа. Ладно. Я уже хотел смириться со своей тупой смертью. Хоп. Ля-ля-ля-ля-ля. Какие сальтухи я мучу. Ай. На харе уже стрелять. Какой ужас. Круто. А что, так можно было? Ай. Ой, ёлки. Что с вами всеми случилось? Как ты так быстро прошел? Ты читер. Есть немножко. Итак, время денег! Деньги. Хоп. Наконец-то. А? Что за... Итак, вы все получите по 1 миллиону. Что, неужели? Наконец-то вы теперь будете давать нам деньги, а не убивать. Откуда ты это знаешь? Черт! Быстро уворачивайся! Ёлки! На! Выкуси! Хорошо. Выкуси! Ай! Бегите скорее! Давайте! Бежим от него! У меня есть план! Скорее! Хоп! Поешь мою руку! А! Ай! Ёлки, мой лист! А, мой пистолет! Бежим! Хоп! Хорошо, что я занимаюсь паркуром. Паркур, 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 паркур. У меня даже свой канал на Ютубе есть. Ха. Я там от полиции бегаю. А! Нет, капканы! Ау, черт.
капканы нужно вытянуть. Я вам освободил маленький путь. Через верх. Ага. Беги. Те. Ой, перерасчитал. Ёлки-ш! Ёлки-молки! Как же это больно! Скорее бегите! Ау, нет! Несколько минут. Рядок. О, чёрт, опять нога! Раз, два, я иду искать. Три, четыре, пять, я хочу играть. Шесть, да, шесть, дыбом моя шерсть. Семь, семь, восемь, бью своей тупошкой, бью своими сапогами, ой. Идиоты, выходите скорей, покормите каннибала мясом. Такая считалочка от меня. Я хочу играть. А мы нет. О, черт. Нет! Куда я падаю? Нет! Нет! Помогите мне, народ! Помогите мне! Давайте же, народ, помогите мне. Ну же, вы будете мне помогать? Ха-ха-ха! Оу, чёрт! Ну иди сюда, сладкий. Я так люблю мясо человека. Я так люблю арбузы. Понял меня? О чем я? Что за? Нет, нет, не надо! На елке опять меня потревожили. Ай! И... Это теперь... Это тебе урок. Друзья, давайте жить дружно. Я обещаю, я больше так не буду себе делать. Я никому зла не буду желать. Пожалуйста, не надо. Мы больше... Я буду развлекать детей. Все будут счастливы, даже вы. Мы больше не счастливы. Нет, прошу, не надо! Не надо, не надо! Да будьте вы все прокляты, твари! Я еще вернусь, и вы узнаете мое имя! Вы будете убиты мною же! Будьте вы прокляты, тупые! Пип-пип! Я еще вернусь через 3 месяца, и вы... Вы подохнете, поняли меня? Нет, я должен выжить. Нет, я умираю. Я обещаю, я вернусь. Я убью точно одного из вас. Один из вас по-любому умрет. Я лично об этом позабочусь. Нет, прошу, можете оставить? Кто-то верит его словам? Нет. Что ж, на излечение раны этих уйдет слишком много времени. Ага, соглашусь. Что ж, теперь понимаю. Это какой-то ужас. Он убивает невинных людей. Нам нужно точно покончить с этим.
Кто со мной? Мы его победим в следующий раз. Вернемся через 3 месяца.